Итак, что тебя вдохновило на написание стихов? Случайная встреча в дороге. Как долго ты писал сборник? 4 года. Первый сборник я издал в 2011 году, в который вошли стихи за последние 5 лет. Ну и, соответственно, с 2011 по 2015 год стихи вошли во второй сборник «Человек дороги». Они охватывают, да, события последних лет жизни, и в них отражается то, с чем я сталкивался это время. Занимался в театральной студии, там есть стихотворение про театр, по ту сторону кулис. Увлекся мотокультурой, и опять-таки про мотокультуру есть там стихи. Вот. Ну, львиную долю, конечно, да, занимает это. Такие стихи, которые посвящены таким чувствам, как любовь, дружба. То есть в основу легли реальные истории из жизни? Да, реальные истории из жизни. Чем первый сборник отличается от второго? В первом сборнике там в основном стихи на тему... тему встречи, разлук, любовная лирика. 90% любовной лирики, и остальное — это философия. В этом же сборнике немножко больше разнообразия, так как есть и взаимоотношения с начальством на работе, стихи есть, и про театр есть, и про байкультуру есть, и чуть больше философии. Вот. Чуть больше разнообразия, чем в прошлом сборнике. Ну а дальше это читатель сам решит, насколько оно ему интересно и забавно. А есть в стихах образы реальных людей? Или вот просто использованы были ситуации? Да, есть. Но я их называть не буду. Пусть оно останется. Кто узнает, узнает. Нет, так нет.